Спектакль «Князь Владимир. Самарская страница» поднимает серьезные темы и идеи, заряжает патриотизмом и духовностью. Команда профессионалов поставила перед собой задачу пройти сложнейший путь поиска вместе с главным героем, приблизить себя и зрителей к тем эмоциям и внутренней драме, которые он мог переживать. Сейчас из разных источников мы слышим, как важно, чтобы культура откликалась, чтобы создавались песни, но как важно, чтобы создавались проекты, которые бы отвечали сегодняшним нашим запросам, чтобы молодежь через творчество преисполнялась веры в победу нашего русского духа, тех задач, которые сейчас решает наша страна. В этом году с личностью великого князя зрители познакомились 12 раз. Почти 10 тысяч человек увидели на сцене легендарный спектакль. Этот мультижанровый проект заслуживает, действительно, Ильза об этом говорит, особого внимания. И мне бы хотелось, чтобы эта совместная работа по его показу и представлению самарской публики, уже разновозрастной публики, мне хотелось бы на этом сделать особый акцент, она была продолжена. На коллектив «Задумка» выбор пал не случайно. За свою 49-летнюю историю он получил множество наград самых престижных международных и всероссийских конкурсов. По словам руководителя, юным артистам совместная работа с профессионалами идет на пользу. Определенно есть чему поучиться. Для нашего театра это огромный такой, знаете, шаг на ступеньку вверх, потому что, во-первых, работа с такими высокими профессионалами. Они учатся профессиональному отношению к своему делу, к труду. Они видят, как они каждый спектакль работают, как они каждый спектакль выкладываются, как они каждый спектакль частичку своей души, своего сердца оставляют на сцене. То, что произошло на сцене, мы с вами все видели, это был не просто праздник, это было единение души. То, что происходило на сцене, то, что происходило внутри каждого человека, сидящего в зале. За плодотворную работу актеров спектакля и тех, кто принимал активное участие в его подготовке, наградили благодарственными письмами от администрации города. Ксения Баканова, Николай Сидоров, «События».